В Армении продолжаются акции оппозиции. Представители оппозиционного движения «Сопротивление» шествием направились к офису ЕС в Ереване. Участники акции несут фотографии задержанных в ходе митингов протеста активистов. Они исполняют гимн протестного шествия, песню «Зартир Лао», «Проснись, сынок», и скандируют лозунги «Армения без Никола», «Армения без турок». Представители движения намерены озвучить перед зданием представительства Евросоюза свои требования. Как ранее заявил депутат Арам Вардаванян, у акции две цели. Добиться освобождения задержанных активистов и вмешательства ЕС в вопрос освобождения находящихся в Азербайджане армянских террористов. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.